В этом году площадка для проведения Дня диабета была детская школа искусств города Видное. В одном из вестибюлей учреждения была представлена продукция фирм, работающих в области диабета. Много литературы, приборы для определения сахара в крови. Здесь же проходили и консультации специалистов. Говорят, вылечиться от диабета невозможно, но хотя бы по возможности, чтобы меньше болели. Конечно, чтобы соблюдали диету, это прежде всего. Ну и здоровье самое главное людям, большого здоровья. Заболевание сахарный диабет – проблема всех народов мира. Число заболевших приближается к 300 миллионам. В России примерно 70% людей с диабетом. Поэтому очень важна информированность населения об этом заболевании. В прошлом году была у нас такая площадка «Стоп диабет». Мы проводили скрининг у всех желающих. И вот когда мы проводили эту площадку, оказалось, что из тех людей, которые мы обследовали, больше 300 человек, у больше 2% оказалось, что они даже не знали о том, что у них сахарный диабет. Елена Воробьева – бессменный председатель Ленинского общества инвалидов-диабетиков. На следующий год исполнится 20 лет деятельности этой общественной организации. На протяжении этого времени председатель и актив общества не только помогают людям справляться с этим недугом, но и ведут постоянную разъяснительную работу. Алексей Селезнев передал слова благодарности и денежный сертификат от главы района Олега Хромова за общественный труд, направленный на здоровье жителей муниципалитета. Администрация района со своей стороны будет оказывать все возможное, да, для того, чтобы эта работа успешно продолжалась. Как правило, у таких людей всегда очень много вопросов личных есть, да? И мы в связи с этим планируем в начале декабря провести отдельный круглый стол, посвященный как раз проблеме инвалидов-диабетиков. А проблем еще пока очень много. Это и нехватка врачей-специалистов, несвоевременное лекарственное обеспечение. От лица управления здравоохранением хочу сказать, что мы работаем на благо ваше, мы стараемся, помогаем, лечим вас. И, конечно, очень хотелось бы видеть вас, скажем, в здравии, в полном здравии. Вот. И бороться с диабетом будем совместно. Для пришедших на мероприятие научный сотрудник областного научно-исследовательского института Марина Володина прочитала лекцию о правильном питании человека, страдающего сахарным диабетом. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.